Украина на четверть сократила импорт газа. Также по сравнению с прошлым годом на 7% уменьшился транзит природного газа по территории Украины. В первые 9 месяцев 2018 года импорт природного газа в Украину составил чуть более 8 миллиардов кубометров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в среду, 31 октября, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Отмечается, что за три квартала 2018 года также уменьшился транзит природного газа по территории Украины. Он составил 65,446 миллиардов кубометров, что на 7% меньше, чем за этот же период 2017 года. Добыча природного газа в Украине за январь-сентябрь 2018 года, по данным Минэнерго, составила 15,5 миллиардов кубометров, что соответствует результатам января-сентября 2017 года. Ранее сообщалось, что за 7 месяцев 2018 года Украина сократила импорт природного газа на 31,5%. Накануне стало известно, что Украина закупила газа на 1,9 миллиарда долларов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.